друзья, вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, очередной выходной, очередная рыбалка и очередное новое место на реке, на которое я буду проверять, есть ли сом, клюет ли сом, проснулся ли сом и как вообще дела с сомом и не только с сомом. Сама меня интересуют обрывистые берега. Кроме обрывов, меня, конечно же, интересуют какие-нибудь поваленные деревья, корчи и что-нибудь еще. То, что будет находиться в воде. Естественно, что обрывистые берега бывают на поворотах. И вот отсюда бы, с этого вот места, я бы, конечно, рыбачила на фидер. Но это надо все, ребятки, обкашивать. А вообще, смотрите, обрыв большой, там яма. Скорее всего. И сом обычно по ночам выходит кормиться с этих ям на мель, можно так сказать. Там вот какое-то заброшенное здание, если я не ошибаюсь. Здесь сразу видно, что люди частые гости. Ого, посмотрите, какой пипец. Ого. Ничего себе. Обалдеть, ребят. Я сейчас нахожусь в месте, в котором ловила налима. Зимой пыталась, по крайней мере, его ловить. У меня ничего не получилось. И получается, что в этих ямах сидит сом. Так вот, у меня вопрос. Может ли в яме, в которой живет сом, жить налим? Смотрите, ребят, копыта. Территорию, на которой будем ставить палатку, обрабатываю вот так. От клещей, потому что их очень много. В общем, естественно, что на ночь сегодня поставлю закидушки. Даже не буду, честно, раскладывать сейчас фидер забрасываться, потому что под фидер нужно найти место. Рыбачить буду на своей горыночи 2,7 до 200 грамм. И речной монстр. Волжаночки мои. Оп. Обязательно фиксируем в свете последних событий палатку к полу. А пол с палаткой фиксируем к земле, потому что у нас тут уже смерчи, понимаете ли, с ураганами. Пойдемте определим места, где будем ловить. Далеко от лагеря ставить не будем. Я думаю, что вот здесь вот идет резкий выход с глубины. Я думаю, что конечная точка будет где-нибудь вот здесь. Вот вторая подставка стоит, пускай будет здесь вторая точка. Давайте где-нибудь... Вот здесь. Но здесь сразу, ребят, видно, что здесь прям вот поворот, яма, вход в него. И давайте где-нибудь вот еще. Не ходи, Рамс, аккуратно. Аккуратно, они здесь. Угу. Собственно, ведерко катушек. Опа, ребят. Говорит, 30 метров. Я такая, ого, стопудово есть сом. Остаемся. Как ни странно, я уже делаю пятую закидушку. Монтажи у меня, как обычно, на конце стоит 150-граммовый груз. И сверху сантиметров 50-60 над грузом. Отвод петля под крючок. Так. Укушенные осами лицо и скажу вам, ребятки, знаете, посмотрите на мою обитель на эти двое суток. Здесь я буду подчивать на своей раскладушке со своим теплым спальником, со своей теплой печкой. Ну и закидушки заброшены, все разобрано, то, что должно было быть разобрано, и остается всего лишь поставить мангал, плитку и сделать вкусно покушать. И все, вечер удался прекрасно, просто отлично. Я могу вам сказать, что даже осы не сумеют омрачить мой отдых.
Опа. Вот такая красота сегодня у меня, ребята. Хочется поближе к костру быть. Все готово. Фасоль спаржевая с майонезом. Даже если кажется, что как-то не очень, я могу вам сказать, что очень, очень. Ого. Это у нас что? А это у нас, ребят, живец сам поймался. Вот такая вот гастера, ребят, поймалась. Все объедено, и гастерка такая. Отпускаем. Доброе утро, друзья и подруги. Ну что я могу вам сказать? Значит, ночью постоянно шел дождь. Вот, хоть его и, кстати, не передавали. Дожди передавали только сегодня, во второй половине дня. Ну и на закидушке ближе к утру начались какие-то поклевки. Я потом вышла, все перетянула. И на всех закидушках объела выпуск. Так как термоцелла везде становится все меньше, приходится часто использовать вот такие вот спиральки, которые тоже помогают в борьбе с комарами, честно могу вам сказать. Их становится меньше. О, смотрите, щавелек растет. Можно нарвать щавеля и сделать салат. Там все в деревьях, все в кустах, такое, знаете, как дикое, одичавшее. И здесь, кстати, эти... То ли яблоки, то ли что, короче, типа дички всякие растут, прикиньте. Вы знаете, чаще всего я ловлю на фидер, либо поплавок, и очень часто использую, естественно, корм. Для того, чтобы мешать корм, можно использовать свои золотые руки, но когда у тебя вот такой вот шикарный маникюр, лучше, конечно, пользоваться специальными устройствами. И у меня, ребятки, обновочка, у меня новый вот такой вот шуруповертик, который я буду теперь использовать на рыбалочках для того, чтобы мешать корм. Сегодня хочу между собой замешать линь, карась, марципан и лещ черный. Шуруповерт у меня от компании Redberg. Перед вами коробка, в которой он идет. Давайте я вам покажу, что идет внутри. Вообще есть разные модели. Моя модель не комплектуется аккумулятором, но мне совместно с моим шуруповертом пришли еще аккумуляторы повышенной мощности, которые можно использовать для всех устройств от компании Redberg. Значит, это то, что идет также в комплекте. Это, если я не ошибаюсь, специальное крепление для транспортировки, типа какой-то зажим. Это, наверное, какое-то сверлышко. Честно говоря, мне это не потребуется. Возможно, когда-нибудь в жизни пригодится, но не сейчас. Ну и, естественно, сам шуруповерт.
такой вот солиденький, с прорезиненной частично рукоятью для удобства удержания в руках. Имеет несколько скоростей, всего две, которые переключаются вот здесь. Здесь идет у нас, получается, смена режимов. Я уже успела прочитать, естественно, инструкцию по эксплуатации. Здесь у меня направление кручения там этого... Ну, короче, я не помню, как называется. Я же девочка, вы тоже должны это понимать, поэтому мне это не нужно. Единственное, что мне нужно знать, это то, что в этот шуруповерт вставляется вот так вот аккумуляторная батарея, и он начинает работать. Что мне еще нужно сделать? Вот сюда, в это отверстие, мне теперь нужно вкрутить мой венчик. Зажать его, так сказать. Сейчас мы попробуем это сделать. Значит, еще из особенностей эксплуатации в данном шуруповерте то, что у него есть вот такая вот подсветка. Ну и, соответственно, на аккумуляторе есть индикатор зарядки. Вот. Ого, ребят, это очень быстро. Давайте сменим. Такая вот инструкция по эксплуатации на русском языке с описанием, техническими характеристиками по батарейке, по самому шуруповерту. Обязательно изучайте. В комплекте с моим шуруповертом, повторюсь, не идет аккумулятор, но мне пришли несколько аккумуляторов, естественно, зарядное устройство для них. Одно зарядное устройство сразу для двух аккумуляторов. На первой скорости шуруповерт совершает 500 оборотов в минуту, на второй скорости совершает 2000 оборотов в минуту. Я думаю, что этого вполне достаточно для использования такого изделия в бытовых условиях. Ребятки, вот такая вот новая штукенция. Если вы такую штукенцию хотите, я обязательно ссылочку прикреплю где-нибудь в описании. Вы сможете найти, перейти, поискать товары, которые производит компания Redwig. Ну и, естественно, заказать, купить и выбрать то, что вам потребуется. Могу вам сказать, что сейчас в ведре довольно-таки большое количество корма. И мой шуруповерт с таким количеством корма не справлялся. Он должен остановиться, он должен не работать. А это справляется, курица была умничка. Золотце. О. О, смотрите, окунь клюнул на выпуска. Ё-моё, что это такое? Ну, по крайней мере, мы знаем, что здесь есть рыба. Кстати, ну его же можно и поставить на живца здесь. Мы сейчас так и сделаем. Опа. И... Опа. Так. Оп. И кинем здесь его. Как же все. Опа, ребятки. Села и вот так вот прекрасно. Смотрю на реку. Рядом у меня мой мангальчик стоит, манко. Оп, сейчас фидерочек, собака рядышком. Все просто в огне. Если рыбы, ребят, хватает, всегда хватает одного фидера. Обычно даже не успеваешь справляться на один. На этот раз монтаж вяжу прямо на основной леске шуклидера. Посмотрим, насколько хватит. Я уже так делала на Западной Двине. Сейчас залеплю кормушечку и сделаю отводик, петлю под поводок. Надеюсь, что кормушки 90 грамм здесь хватит, чтобы стояло. В принципе, здесь ну, тут вот резкий выход довольно-таки с глубины. Поэтому я думаю, что в любом случае, если что, должно упираться. Так, 2-3 сантиметра отступили и вяжем. Отводик, петлю под поводок набрать, чтобы сюда мотыля моего запустить насадочного. Набираем вот так вот целую баночку. Спросите, чего собака лает? Увидел диппер, я все смотрю. Вчера из-за диппера мы на ос наткнулись, если что. Сегодня решили повторить. Уже после вчерашнего было не до этого, честно говоря. Рам, смотри, как удобно. Берешь, да, газетку, вот, смотри. И вот сюда, хоп, и она горит. Прикинь, добавляю в прикормку мотыля и нарезаю так. Его для того, чтобы он дал свой запах. Угу.
смотрите, тоже какая-то прелесть. Красота. Ну, красота. На белого с красным опарыш. Ну что, давайте первую рыбку отпустим. Так. Нифига себе. А, мы же в песке, я думала, она шершавая. Думала, и... все, отпускаем ее. Жух, пошла. Ребятки, прикиньте, посмотрите. Кто-то здесь сгорает. Ёпсель-матрёпсель. Вот даёте, ребятки, пляж в таком месте устроить. Обалдеть. Кругом одни заросли и комары. И малина. В лагере. Но люди были даже там, где заросли. Потому что вот же кто-то вот это дерево правильно срубил. Сейчас мы его, кстати, спалим. Понимаете? Опа! Есть какая-то рыбка, ребятки, сейчас, по-моему. Если не ошибаюсь, посмотрим. Да, что? Идет в берег. Что там у нас? Посмотрим. Что-то очень красивое. Крупненькое такое. Нормальненькая какая-то рыбка. О, ребят, походу, это елец. Ельчик. Ой, красавчик. Ой, красавчик такой елец. А? Давайте мы его оп сюда. О, красавец какой, посмотрите. О, красавец. Красавец. Толстенький, хорошенький. Ну что ты, рыжик, нам расскажешь? Ну слушайте, мотыля вообще не хочет трогать. Опа, ёпсель-матрёпсель. Фига себе. Пошел костер, а? Мне здесь мотыля не хочет. Давайте попробуем чисто на белого опарыша. Приняла решение добавлять в прикормку мотыля все-таки немножко кукурузы и даже опарыша немножко. Так, это у меня насадочный, вот это у меня перемешанный с прикормкой опарыш. Ну вот опарыша немного и прям вот такого шевелящего. Наконец-то выглянуло солнышко, прекрасная погода. О, посмотрите, как хорошо. Я даже могу погреться теперь. Что-то такое приятненькое. Надо аккуратно, потому что у меня, ребят, такой довольно тонкий поводок. Ну, не сверх что-то естественное, конечно, но на две кукурузины что-то интересное. Очень хорошая плотва. Очень хорошая. Вот так вот. И взяла еще и в обрыв провалилась. Ёпсель, матрёпсель. Опа. Опа.
Но, ребят, какой огонь, да? Вот это я понимаю, плотва. Это плотва, всем плотвам плотва. Сопротивляется, как карп. И еще одна на две кукурузы, ребят. Ох, красота. Вот руки выкормила. Тройки что-то под... Вообще, учитывая маленькие дырочки, то это могут быть осы. Выбираю такие небольшие кукурузинки в баночке. Опа. Так. И вот так. Ага. Клюет. Хорошенько тоже. Подвижка. Знаешь, я думаю, я знаю, почему это перестало клевать. Потому что троху перекормила. Она снимает, да? И... Сразу же надела свою кепочку для того, чтобы защитить свою макушку от солнца. Не хватало мне еще помимо ос то, чтобы получить солнечный удар. Ой, все, из гаражки. Зацените шортофаны. Шортофаны в отделе kids. Да, потому что веселые расцветки только для детей почему-то, а для взрослых все черного, белого цвета. Скучно живем, скучно живем. За этих 12 часов уже было много. Осы напали, напали. Мы тут убегали от них, вот так вот громко кричали, но все сложилось достаточно хорошо для нас и для ос, между прочим. Вкусный ужин кушали, кушали. В палатке ночевали, ночевали, чуть не задохнулись, потому что оператору все время холодно. Дали ему трендюлей и сделали так, чтобы было прохладно. Сделали. Значит, дождь шел, шел. По крыше палатки стучал, стучал. Утром проснулись, закидушки проверили. Какого-то окуня на выползка поставили, его наказали. Поставили его на хищника, может быть, какого-то хищника поймаем. На фидер выбрали точку. Что сделали? Плотку поймали, одну, вторую, третью, хорошую, жирную, вот такую вот, которую можно сожрать. Если нечего будет есть, мы уже голодными не останемся. И это я еще в руки даже спиннинг не брала, у меня есть коварный план. Я знаю, чего еще не хватает. Еще не хватает кофеёса, да, ребят? И может быть вкусной яичницы, которую нужно было сделать с утра. Но у меня впереди еще одно прекрасное утро, и естественно, что яичница будет. А впереди меня ждет прекрасный день, еще одна ночная рыбалка, но сама. Так, ребятки, там еще одна идет. Ну, ракурс какой есть, извините. Вы же все время на оператора гласите. А оператор отошел, поэтому будем снимать как есть. Хорошая была солидная поклевка такая. Ну, конечно же, идет плотвичка, ребятушки. Конечно же, идет плотвичка. Но плотвичка. Ух ты, какая! Ёпсель, матрёпсель! Нифига себе! Плотва как клевать. Обалдеть. О, выкормила. Ее, наверное, тут никто никогда таким не кормил.
Прикиньте, какая плотка. Это какая-то полуплотка, полуясь. Вообще огонь просто нереальный. Вот. Вот такая плотва должна клевать. Опа. Рамс, получается, рыбка с травы выходит, да, к нам. Все, и вот прям и с опарышем, и с мотылем сейчас туда немножко подкормлю. У меня второй завтрак, значит, первый завтрак у меня был бутерброд, а теперь у меня второй завтрак, это, конечно же, вкусная яичница, которую я, по традиции, готовлю на саве. Сале. Сало, по крайней мере, я знаю, из чего делается. Масло сейчас все очень и очень вредное. Так. Два кусочка салка для того, чтобы все получилось достаточно. Ребят, представляете, как вкусно? Ты понял? Офигеть, это ты прикинь, ты можешь такой идешь, и бух, и там уже яма. Что-то в последнее время, ребят, у меня сейчас поклевки идут, и ничего не засекается. Не знаю почему. Перестал все засекаться. Будем использовать анис. О, мне нравится. Но это уклея. Так вот уклея, конечно. Да, я права, походу или нет. Селедка такая вот. Все, меняем, ребят, обратно. Меняем обратно на кукурузу. Только вот кукурузу попробуем задиповать. В моих руках абсолютно новенькая пила цепная аккумуляторная, бесщеточная от Redwerk. Давайте, ребятки, разберемся, что здесь идет внутри и как оно работает. Вообще, все привыкли, что есть бензопила. Это значит, что она заправляется бензином. У нее есть как минимум одна свеча и мотор, соответственно. Ее обязательно нужно постоянно заправлять и обслуживать. В данном случае перед вами пила, которая работает от простой аккумуляторной батареи. Вот такая вот аккумуляторная батарея, которая подходит ко всем практически устройствам, которые есть на сайте Redwerk. Один для всех аккумулятор универсальный, с индикацией степени заряда. Значит, это, как вы понимаете, пила. Не пила, а цепь.
Ну, а это непосредственно сам, так сказать, инструмент, на который надевается цепь. Значит, мы его извлекаем отсюда. Понравилось, что в комплекте вместе с пилой идет вот такой вот специальный чехольчик пластиковый, который защитит изделие от нежелательных повреждений. Также все, что у вас лежит, есть, хранится внутри, где вы ее будете транспортировать, от повреждения ей. Поклевка какая-то, поклевка, только хотя. Опа, 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 опа. Сюда. Это травичка. Не знаю, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что рыба. Наконец-то. Ну, по крайней мере, нас удалось получить наконец-то поклевку. Ага. Когда я сделала длинный поводок, понимаете, о чем я? Я сделала длинный поводок, ребят, уменьшила размер, диаметр лески. И, наконец-таки, получила заветную поклевку с первого же. Можно повесить на шею. И никого не бояться. Не бояться медведя, что медведь откусит. Да, медведь, тогда Рамс нам голову с тобой не откусит, а откусит что-нибудь другое. Полностью выкручиваю вот эту вот штуку, ребят. Вот здесь у нас на самой пиле, на ее корпусе, который сделан, кстати, с ударопрочного пластика, нарисовано, как надо правильно установить цепь, смотрите, вот этими штуками кверху. И получается вот по такому вот направлению. Никогда не думала, что в жизни я буду таким заниматься, но почему бы и нет? Это лучше, чем отруя ос. Ну и основной вот момент, это, конечно, момент натяжки цепи. Нам нужно ее затянуть, и по инструкции в эксплуатации написано, что расстояние вот от этой штуки до этой штуки не должно составлять более 2 мм. Натянули нашу цепь, и следующее, что необходимо сделать, это залить в пилу масло. В нее мы заливаем специально вот это вот масло, которое мне прислали, называется масло для смазки пильных цепей Redwerk. Открываем. И... работает, получается, от двух вот таких вот аккумуляторов. Устанавливаем один и устанавливаем второй. Наша пилочка готова к эксплуатации, остается ее только опробовать на практике. У меня есть как раз нужное полено для этого. Значит, для того, чтобы запустить нашу пилу, нам нужно воспользоваться целыми двумя предохранителями. Один находится здесь, второй находится здесь, кнопочный. Значит, натягиваем вот этот вот рычаг на себя. Пила готова к работе. Нажимаем красную кнопку слева и нажимаем. Что электропилу не нужно постоянно заводить. Кто когда-то пользовался бензопилами, он знает, они издают гораздо меньше шума, он кратковременный, и все происходит гораздо быстрее. Обслуживать ее тоже не тяжело. Масло заливайте и просто постоянно наблюдайте за его уровнем. Короче, мы, можно так сказать, топим за экологию, поэтому электропила — это не просто модно, это не просто удобно, но это экологично, конечно же. Рыбка то подходит, то отходит, но поклевки просто невероятно знатные на кукурузу. Плотва, честно вам говорю, если ставить вот этот 0,12, 0,13 поводок, даже 0,14 не хотела клевать. Вот, сопротивление оказывает обалденное. Тут получается под нашим берегом обрыв, довольно-таки резкий. Метров 10-15 он продолжается, идет такой как скос. И дальше резкий подъем. Такое ощущение, что там под этим песком туда какие-то норы реально подземные, понимаете? Ну что, самое время. Самое время отправляться в банечку. Пойдем в баню, потом будет вечерний клев, вечерний жрач.
вечерний спать. Все будет классно. Погнали. У-ху! Нифига себе! У меня есть мята, ребят. У меня есть масло чайного дерева. Красотища. И у меня есть настой для бань и сау. Вау! О, что-то совсем жарко, ребятки. Бежим в водичку. Да, вот сюда, 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 Рамсичка, сюда. О, хорошо. Ты его вообще все время стоишь прям там, где это. Моя хрень. Оно небольшое, но клюет, конечно, и сопротивляется. Особенно, если не ставить толстые поводки. Просто огонь. Короче, на жаренку я уже насобирала. Посмотрим. Если мне будет не впадло, может, мы и приготовим. Опа! Навела немножко порядок. Получается, здесь у меня шатер, здесь у меня висят, сушатся все вещи. Моя кухня сейчас стоит здесь. Она периодически перемещается в зависимости от того, куда светит солнце. Здесь сумки, в которых еда и не только. Ага, моя спальная комната. Внизу всякие причиндалы. Я надеюсь, что больше здесь нет ос. Ну и смотрите, какой знатный веник по дороге на рыбалку купили. Не то, что в магазах продают. Вот это веник, понимаете? Он даже вообще не осыпался после нас двоих. Обалдеть. Что ты расскажешь, Шамс? Расскажи всем, что ты хочешь сказать. Давай. Это я вот уже попарилась в бане. Стоит моя печь. Она уже практически остыла. Все разобрано. Вот такая вот труба. Кстати, вся труба умещается прямо внутрь самой печи. Блин, ну что ты ко мне лезешь, оса? Потому что я желтенькая. Это бачок, в который наливается вода. Но это непосредственно сама баня-палатка, в которой я парюсь. Опа! Они тут осы в чабреце живут. А, вот такая вот еще одна красноперушка. В смысле, не красноперка, а красноперая плотва, между прочим. Поставлю на крючок одну кукурузу и парочку, давайте, мотылей. О, какая красота! И уже, ребят, начинаю наживляться на выползка.
на ночь. Сегодня, слава богу, удалось просмотреть, что здесь по дну. Нормально таки. Я теперь буду бросать, ребят, прям под берег почти. Блин, горячо от костра. Тут интересные такие места, резкие очень. Обрыв. Я думаю, что здесь может что-нибудь быть, почему нет? Здесь бросим. Сейчас вместе со мной собираетесь кушать. Всем приятного аппетита. Сейчас попробую картошку. Я знаю на вкус. Сейчас попробую индейку и скажу вам, какова. Неплохо. Интересно. Знаете, уже надоело постоянно. Есть только свинина. О, красота. Кто это? Яльчик. О, какой здоровенный, а? Красавчик. Опа, обрывчик обрушается. О, какой красавец. Для ельца, ребят, это очень хорошая рыбка. Хороший размерчик для ельца. Наконец-то засекся. Что с утра меня не встретит дождь с молнией, и мы успеем собрать палатку так, чтобы ее не замочило полностью. Вот. Все, всем спокойной ночи. Ну, наконец-то мы знаем, что он здесь есть. Вы видите, кто это? Это Самюэл. Красавчик вот такой. А,
маленький, маленький засранец. Я знала, что ты здесь есть. Просто тебе не лезли мои крючки в рот. А. И. Доброе, доброе, доброе утро, друзья! Даже не верится, что вся вот эта вот красота превратится сегодня в дождь, который, походу, идет вот оттуда. Но так хорошо. Скажи, лохматый пес, иди сюда. Иди обнимемся. Иди, мы с тобой обнимемся, моя собака. Иди, мы с тобой обнимемся, моя собака. Любимая, моя собака. Мою щебоку любимую, мою щебоку, мою зёйку. Никогда вот не пробовала печёные яблоки на костре. Вырезала сердцевинку и сейчас в серединке добавляю сахар и яблочко заворачиваю в фольгу. Причем делаю это как можно быстрее. Почему? Потому что осы летят все сюда. В общем, сахар трохи растекся, но яблоко запеклось. Ребята, это вкусно. Смотрите, какая штука получилась. Горяченькая. Опа! Кто там у нас? Ну и кто там у нас? Я думаю, что какая-нибудь классная плотва, ребята. Ой, какая красота! Ну посмотрите. Ой, селедушка. Ой, селедушка. А вы посмотрите на эту селедку. На кукурузу с пучком мотылька. Супер, супер батончики, а? Поклевки, как неизвестно у кого. Вот так, Виталик. Понял, что ставить? Зай. Я тут пришла на перспективный обрывчик один. Завязываю просто крючок, без корма буду забрасываться на кукурузу. Кукурузка раз. И кукурузка два. Какая густерка знатная. Огонь! Огонь на кукурузу. Так, рыбка. Ого, здесь есть за что зацепиться, получается. Интересно, за что она цепляется. Опа. Еще одна рыбка. И это у нас, друзья, плотвичка. Не густерка уже. И хорошенькая, видите, какая. А, огонь. Огонь. Плотва.
Вот такая вот рыбалка интересная получилась, друзья. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!